Алматинскому водителю, использовавшему для спортивных занятий поручни в общественном транспорте, троллейбусный парк подарил абонемент в фитнес-центр. На 55-летнего Асхата Ибраева руководство обратило внимание после того, как в соцсетях появилась резонансная фотография. С ним провели профилактическую беседу. Водитель признался, что подтягивание на поручнях помогает ему всегда находиться в форме, отключаться от городского шума, а также быть доброжелательным с пассажирами в любой ситуации. Шапагат Мырзабекова расскажет подробнее. Подтягиваться на турнике – это привычка у Асхата Ибраева с самого детства. Он считал, что это поможет ему быстрее вырасти. А потом, будучи уже взрослым, установил гимнастический снаряд у себя дома. Всю жизнь работает водителем. Говорит, когда долго сидит за рулем, появляются боли в спине. А на троллейбусе приходится ездить весь день. Вот и решил в перерывах использовать для занятий поручни. Они легко выдерживают его вес 67 килограммов. Всего несколько приемов, и спина расслабляется. В здоровом теле здоровый дух, как говорится. Молодежь совсем другой. У них смартфоны, компьютеры. Ну, век такой. Электронный век, скажем. Ну, пускай занимается все, ходит. У нас довольно много в городе фитнес-клубов, спортзалов. Как оказалось, спорт не единственное увлечение водителя. Он еще рисует и изготавливает охотничье снаряжение. Намеренно не продает, это его хобби. Коллеги не подозревают о его способностях. Даже когда узнали о его тяге к спорту, очень удивились. Когда я увидел первый раз, когда он выложил в статус, что он не в троллейбусе, а дома, на площадке, в свободное время, он делает сальто, подтягивается. Если честно, я так на это уже я не способен. Раньше как-то я шевелился, но чтобы так, нет. А когда руководство парка узнало из соцсетей, что Асхат использует троллейбусные поручни для занятий спортом, то встал вопрос о дисциплине. Но его поддержали коллеги, и дело приняло совсем другой оборот. Водителя, конечно, мы наказывать за это не будем, но проведена беседа, что по технике безопасности он не должен был такое делать. Мало ли что может случиться. Есть такое административное решение, что предоставится нашему водителю абонемент в спортзал. Сертификат фитнес-центра Асхату Ибраеву выдали пока на месяц. Он обещал больше не использовать троллейбусные поручни. Теперь он может полноценно заниматься спортом в специально оборудованном зале. Шапагат Мырзабекова, Абен Нарымбаев. Итоги дня. Алматы.